Ранее кот, которого звали Пушин, проживал в доме вместе с хозяевами. Кот привык к домашней жизни, вкусной еде и отсутствию опасностей. Жизнь Пушина резко повернулась на 180 градусов, когда его владельцы решили завести собаку. Когда в доме появился щенок породы Чихуахуа, владельцы жестоко выбросили кота на улицу. Они решили, что он сможет жить во дворе дома. Долгое время Пушин боролся с трудностями уличной жизни, которым он не был приспособлен, скитался по подвалам, голодал. То, что после месяца таких скитаний Пушин выжил в уличных условиях, настоящее чудо. Вскоре коту повезло еще больше, так как судьба подарила ему встречу с Сабиной. Девушка подобрала кота и отвезла его на осмотр к ветеринару уличная жизнь плохо отразилась на состоянии здоровья домашнего кота. У Пушина наблюдались проблемы с работой сердца, была повреждена лапка, начала сильно выпадать шерсть. Также животное страдало от лишая. Ветеринар сказал Сабине, что несмотря на то, в каком запущенном состоянии находится кот, забота и ласка помогут ему вернуться в боевое состояние. Сабина решила спасти кота девушка начала лечить кота покупала ему лекарства и витамины сначала пушин пугался и сопротивлялся, но потом понял что ему хотят помочь и покорился новой хозяйке старания сабины принесли отличный результат у кота начала восстанавливаться шерсть исчезли шай он стал более бодрым и энергичным также котенку удалось найти семью его забрали любящие хозяева вот так бывает, добро творит чудеса, после того, как котенка бесчеловечно выбросили на улицу, он все равно сумел обрести счастье с новыми хозяевами. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!